Сделать выбор, который определит будущее региона, можно не только на избирательном участке. Члены комиссии со всеми необходимыми документами идут к пенсионерке Нине Спичкиной. Из-за проблем с суставами женщине сложно передвигаться. За несколько дней до начала выборов Нина Григорьевна подала заявку на участие в голосовании на дому и теперь встречает гостей. Я думаю, что нужно обязательно идти. Кого хочешь, за того выбрать, но выбор идти обязательно надо. Я считаю, это надо. Спасибо, молодцы, что пришли. Такой способ голосования подходит не только маломобильным гражданам. Возможность отдать голос дома – отличная альтернатива для тех, кто не может выйти из дома по состоянию здоровья или занят уходом за ребенком. Традиционный способ выбора своего кандидата остается приоритетным. Это, наверное, долг каждого гражданина. Это наш долг, мы обязаны. Я хочу, чтобы наша страна процветала. Активная гражданская позиция, уверены жители Лунева, шаг в развитое будущее. Люди голосуют с самого раннего утра. Настал такой момент, когда все должны принять решение для себя, и мы все вместе можем определить судьбу нашего Подмосковья, вместе влиять на экономические процессы, на развитие нашего округа. Чтобы сделать свой выбор, еще есть время. Голосование за будущего губернатора Подмосковья продлится до 10 сентября. Избирательные участки работают с 8 часов утра до 20 часов вечера. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.